Или на второй этаж поднимемся, оттуда с полета посмотрим, да? Эта вещь, она организует пространство великолепно. Конечно, вы правы, что высота очень важна, и там он стоял примерно на высоте и организовывал целый зал. Вот. Но мне кажется, очень важно для Лазаря Гадаева это то, что у него действительно круглая скульптура. Ведь круглая скульптура, она такое есть понятие, да, вы же знаете. Вот. Но она бывает часто совсем не круглая, даже та, которая в городе стоит. Ты обойдешь ее сзади и ты придешь в ужас, да, от задницы коня или чего-нибудь еще. Она не является круглой, то есть от какой-то скульптуры ты отойдешь и запомнится только шнурки на ботинках, да. Вот. А вот в частности «Золотой песок», если бы он стоял здесь, мы бы пошли, посмотрели, или «Рождество». Да вы сверху смотрите, вы видите эту тайну все равно. Я на нее давно смотрю, поэтому так уверенно заявляю. Вот. Вы видите все равно тайну рождения, откуда бы вы ни смотрели. Это действительно круг. Она открывается сразу с сторон. Там тоже есть ритм, он интересен и с другой стороны. Тут просто вынужденная ситуация экспозиции, когда вещи стоят у стены. Они, конечно, должны стоять в пространстве. А еще лучше среди деревьев и камней, потому что он всегда представлял внутренним взором, как это находится в пространстве природы, не галерейном пространстве, не архитектурном. Вот. Поэтому это тоже очень важно. И как только вещь оказывается в прикосновении с природой, они очень выигрывают. И небольшая вещь берет огромное пространство. Вот его вещи иногда ставили там у ЦДХ или там еще где-то, ну где-то были случаи, когда это на природе. И вдруг оказывается, что небольшая вот такая вещь держит большое-большое пространство. И архитектурное, и природное. Монументально, то есть монументальным качеством обладает почти все. Левее от Золотого. Ну, Левее — это одна из самых любимых наших работ, это лестница просто называется. Да. И про нее вот как раз в ней наоборот, вот мы говорили о бегстве в Египет, да, как вечный сюжет, да, евангельский сюжет, и там внутри бытовая совершенно живая суть, да. А здесь наоборот, лестница, простой там ремонт, который превращается, ну не знаю, там для меня это фрагмент там снятия с креста, может быть, или что-то, то есть по драматизму, с пластическому. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Наверное, понимаете. Вот, то есть вот в этом движении, вот,
если вспомните Рембрандта и там все, то есть на самом деле это бытовой сюжет, но в нем сквозит нечто большее, и за счет этого это знаковое, интересное. Я помню в Третьяковке, когда была в 2008 году большая выставка 70-летию, последняя его выставка, они с тенями работали очень хорошо, и вот эта вещь еще была выложена и поставлена. И тень что-то еще падала, очень красивый знак. Было видно, насколько это знак красивый сам по себе. Ну вот. Ну вот мы говорили о животных, вы посмотрите на этот барак. Это же песня. Один раз я его, ну он вообще человек не пафосный был или любил как-то так сбить пафос. Я ему как-то серьезно с камеры, даже, по-моему, там какие-то первые ВХС камеры были. Я ему говорю, скажи, какая у тебя любимая работа? Ну, такой, да. Меня ему художника, в общем, наверное, некорректный вопрос. Мне было интересно, какой ты любишь больше? Он так вернулся и говорит, а вот баран. Самая лучшая работа. Вот, но это, у этого есть предыстория анекдотическая, потому что его клевали на родине много, не давали ему построить. Говорили, ты это не похоже, у тебя скульптура, это ты неправильно сделал. В общем, толком ничего не дали поставить, только памятник одному поэту маленькому. Вот, я имею в виду Владикавказ. То есть завидовали, что-то там кузни строили и так далее. Я работаю у себя в Москве. Вот. И он очень это переживал. Но когда ему сказали, что в парке можно поставить несколько скульптур, он поставил барана вот этого. Вот. И этого барана украли через некоторое время. Вот. И думали, что это наркоман, а на это металл цветной украли. И он говорит, звонят оттуда с бесцеремонностью Осетинской, говорят, отлей второй раз. Он говорит, вы что, с ума сошли, как я отолью это там 30 килограмм бронзы, там еще. Вот. Но потом думает, пусть стоит там. Он для родины хотел, чтобы что-то было. И отлил еще раз, и поставил, опять украли. Но на этот раз там подняли милицию, как-то дело чести, и нашли. Нашли, и оказалось, что они ничего никуда не переливали, по крайней мере, вторые, которые украли. А они утащили к себе на дачу, в горы притащили, увезли и поставили около дома. И он всегда с гордостью эту историю рассказывал, говорит, это единственное народное признание народа. Ой.